Всем зрителям нашего канала большой привет! У нас сегодня тихая, спокойная пенсионерская рыбалочка на карася. К сожалению, наша Томь-матушка совсем обмелела, поэтому лодку с мотором уж очень жалко. А дома сидеть не хочется. Поэтому приехали на пруд половить карасика, подышать свежим воздухом. Зарядили 3 спиннинга с нашим самодельным монтажом, червячки-опарики и прикорм Дунаев с чесноком. Паша заряжает фидер. На улице солнечно, но не жарко, плюс 11. Но днем обещают до 19. Последние теплые осенние деньки. Вот это поклевка. Нифига, я его чувствую, Пашка. Опа! Хорошенький. Красавчикус. Подожди. Господи, я от них уже отвыкла. Да. На что взял? На опариков. На беленьких. Блин. Первый карасямба. Сколько прошло? Минут 20, как закинули удочки. Меньше. Меньше. Первая рыбонька. Надо подсадок. Ой, садок. Господи, я уже забыла, как что называется. Да у меня уже все смешалось. Кони, люди, хищники, караси, хариусы. Дергает что-то. О! Ну, что-то на карасика-то не похоже. Такое ощущение, что сорога. Караси-то здесь долбят, мама, не горюй. Опа! Пашка! Вот это так карась долбит. Бах, и все. Как нету, не может быть. Ты что, хороший был удар. Не верю. Не верю. Блин, ну а то и кто-то дергается, Пашка. Вытащи ты эту сорогу уже. О, вот, сил набрался кто-то. Из последних селенок. Да елки-моталки, это что за поклевки такие? Пашка, делать нефиг. Поплавочную удочку зарядил. Пашка идет, чую, чую. Колокольчик на радостях забыла отцепить. Ведет, 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 ведет. Есть карась. Опа.
А смотри, не отцепился. Показалось, что отцепилась на опариков. Угу. Фига, я думала, это щука из травы вышла, а это карась. Чуть удочку не утащил. Фига. Нифига. Ура. Может, он к берегу подошел? Реально. На что взял? Не знаю. Все на месте. Блин, прикольно. Ну, кто же тут у нас? Дергает бедный колокольчик. Давай. Мозга компенсирует и компенсирует. Опа! Вот он, компенсировщик. А что же так было все? Не... Серьезно-то? Что ж так было все вяло текуще-то? Божечки мои. Еще одна удочка. И такая же поклевка. Такая же мерзопакостная поклевка. Ну, давай. Не ожидала я от карасей местных. Опа, еще один. Вот так вот. Вот так вот. Ну. Товарищи, какие-то вы сегодня не смелые. Паша, я двух карасей поймала, пока тебя не было. А что, я? Ну я ж слышу, что не звенят колокольчики. Нет, на спиннинге, на крайнюю, на второй. Ловила 950. А я не местный, мы с вами на работу приедем. Это китовый как-то ездил. Че хороший. Ну я не такие, у меня ну, простые люди. Тоже карась там на канаве. Приятно. Водитель комбайна к нам подошел. Скучно стало работать. Решил поговорить с нами. Друзья, Паша решил поставить эксперимент с лапшой Роллтон на крючке. Не интересует карася никто. И ничто. Всяких перловок и тому подобное у нас нет. У нас есть Роллтон. Давай. Хача. Ну, на Роллтон сейчас уже
карп обязан клюнуть. Не то что карась. Есть! Восьмой карасик. Хача. Угу. А, я отцепился, прикинь. Нет, я сыр тут выплюнула. Я уже не найду, куда я его выплюнула. Жорка каркнула во все воронье горло. И была плутовка такова. Там он. Поймался? Ах, вредятины-то какие сегодня, а? А, и молчит. И молчит, и отвалился. И молчит, и сидит, и молчит. И отвалился. Ну что, наша рыбалка подходит к своему заключительному концу. Уже половина удочек сложили. Клев сегодня был скудненький, но что-то все равно смогли поймать. Улов сейчас наш покажем и рыбку отпустим в освояси. Пусть живет, растет, размножается. Итак, улов. Рекорд этого пруда. Ух ты! Зато смотри, какие красивые. Красавчики. А, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штучек. Десять, один, двадцать, пятнадцать. Да, да. Девять красавцов. Идите, живите. Пошли купаться обратно. Да что ж ты. Раз, два, три, четыре. А они, смотри, они все одинаковые, да? Да, вообще как будто близнецы. Пять, шесть, семь, восемь. И девятый. Все, пока, ребята. Приходите снова в гости. Ну все, друзья, всем пока. До свидания. До новых встреч в эфире. Пока.